Меня второй раз останавливают за то, что у меня рюкзак. Если я иду с сумкой, то им, в принципе, пофиг, или с пакетом я иду. Пока не досматривали рюкзак, потому что я его не даю досматривать. Ну, как бы, я у них спрашиваю бумагу, они начинают меня по кабинетам отсылать. Ни разу никто не представился, кто он. Вообще, обычные люди в обычной гражданской одежде ходят. Если я с пакетом, то я могу пройти. Если я с рюкзаком, я пройти не могу. Бред, реально бред. Здравствуйте, рассказывайте, на каком основании я должна свой рюкзак вам показывать? Есть пропускной режим, турникет закрывается, приходит, только открывается. Хорошо, где бумага, что именно рюкзаки досматриваете, а не сумки? Юрист, 19-й кабинет, вам объясните 20. Давайте. 19-й? Никого нет? Никого нету? Бумага есть какая-то у вас? Я же вам объясняю, юрист вам покажет документы, объяснит. У вас нету документов здесь, да? То есть я подошла, вы меня хотите обыскать или что? Или как это вообще происходит? Мы предупредили, мы на рабочем месте. Сказали, мы то и делаем. Нет, а нам вы какие бумаги вы даете людям? Я же объясняю, у юриста документ, у нас на хранении не находится. Странное дело. Здравствуйте, можно вопрос задать? По поводу рюкзака. Меня останавливают, не пропускают с рюкзаком. Ну, как бы, давайте досматривать и все такое. Это на каком основании вообще делается? На основании терроризма. А где бумага? То есть, если я иду с сумкой, я могу пройти. С рюкзаком я не имею права пройти. Так получается? Потому что это идет у нас сейчас учение. Это в целях безопасности. Ну, а бумага есть какая-то? Почему я должна бояться заходить с рюкзаком, на меня нападают, спрашивают и там давайте пока. Ну, в целях просто... неприятно все равно, ну, если честно. Да, но они же как бы... Бумаги нет, понимаете, нет бумаги. Я должна знать, на каком основании и так далее. Где бумага? Вы можете пройти к заместителю 28 кабинет. Ну, это капец, мне по всем бегать. Ну, как бы, по идее, должна быть бумага. Нет никаких объяснений вашим действиям.